Здравствуйте! Добро пожаловать на канал Мыло Опт. И сегодня представляем вашему вниманию обзор масла нерафинированного сладкого миндаля. Это великолепное питательное средство, которое часто служит основой косметических составов для сухой, обезвоженной, увядающей и истощенной кожи. Очень полезно для кожи губ и других нежных участков, требующих повышенного питания. Сладкое миндальное масло – это отличная база для приготовления косметических и ароматических смесей. Используется в массажных смесях, в теплых масках для рук и проблемных участков кожи. Миндальное масло – прекрасный косметический компонент косметики для увядающей кожи. Оно обеспечивает и мощное питание, и повышение эластичности кожи, и антиоксидантную терапию. Сладкое миндальное масло еще успокаивающий компонент. Его применение на раздраженную, зудящую, шелушающуюся кожу просто волшебное. Свойства масла миндаля сладкого таково. Антиоксидантное, омолаживающее, питательное, увлажняющее, регенерирующее, антивоспалительное, успокаивающее, укрепляющее для волос. Применение таково. Самостоятельно. Питательные кремы, антивозрастные средства, массажные смеси, восстанавливающие средства, тоники, лосьоны, шампуни, бальзамы, мыловарение. Вот такой бутылочке мы отправляем нерафинированное масло сладкого миндаля нашим покупателям. Спасибо, что посетили наш канал. Не забывайте подписываться, ставить лайки. До новых встреч!